Поэтому я опять же повторюсь, друзья, я обучаю только тех людей, кто желает, кто хочет научиться создавать огромные структуры. И поэтому, когда человек начинает меня там обвинять в том, что я говорю не то, что он хочет слышать, потому что он сюда, видите ли, пришел не сеть строить. Просто, пожалуйста, тогда вы не посещайте мои вебинары. Пусть они для вас не будут представлять какой-то интерес и какую-то ценность, потому что я обучаю только сетевому маркетингу. И если вам кто-то сказал, что здесь не нужно строить сеть, достаточно обучить там несколько человек продавать, этот человек просто не знает силы сетевого маркетинга. Он не понимает тех денег, которые дает сетевой маркетинг. И поэтому я хочу сказать, что благодаря сетевому маркетингу мы заработали за 8 лет с Николаем порядка полмиллиона долларов в интернете. И поэтому мы знаем, о чем говорим. И я верю в то, что я буду говорить, интересно тем людям, которые хотят точно так же, как я, строить. Договорились. Поэтому давайте мы не будем вот этого вот, чтобы я не отбивалась потом от вас, что я говорю не то, что вам хочется слышать. Я буду говорить только в режиме построения структуры. Я буду передавать только свой собственный опыт создания структуры в интернете, свои наработки и свои знания. И для тех из вас, кто хочет создать именно в компании Infinii структуру, приносящую вам доход, потому что именно большая структура, огромная, растущая структура, в которой запущена дубликация, которая может без вас работать самостоятельно, может сделать вас богатым. Отнюдь не то, что вы будете торговать лично, потому что это немножко другая ниша, это такое вот среднее предпринимательство. Я же вам предлагаю возможность создать по-настоящему пассивный доход, по-настоящему огромные деньги. И по-настоящему огромные деньги есть только в сетевом маркетинге. То есть они предполагают именно вот этот расклад. Поэтому компания Infinii, она и пошла по пути сетевого маркетинга. 2,5 года компания Infinii называлась по-другому, Domination, и работала она больше в сфере, скажем, обучения, в нише электронной коммерции, там была партнерская программа, но это не был сетевой маркетинг. Это была просто партнерская программа, которая тоже была возможна, то есть люди тоже приглашали, но это нечто другое, друзья, не путайте компании с партнерскими программами с компаниями в нише multi-level. То есть это некая другая совсем ниша, это другие стратегии, это другой стержень. Сетевой бизнес – это сетевой бизнес, а компании с партнерскими программами – это нечто другое. Так вот, компания Infinii, пока она называлась Domination, это была компания, обучающая компания с партнерской программой. Но так как там сидят, по-видимому, очень грамотные и очень современные люди, они, конечно же, поняли, что компанию нужно выращивать, то есть ей нужно давать новые крылья. И эти новые крылья – это и есть сетевой маркетинг. Потому что Domination была известна на рынке Америки, там, Канады, но она была недоступна для нашего, например, русскоязычного рынка, европейского рынка. Было все, то есть создатели компании, они предусмотрели и они воссоздали, скажем, компанию, они превратили ее в сетевой, придали ей вот этот сетевой вариант. И поэтому она стала международной, она стала доступной для нас с вами, обычных пользователей интернет, тех людей, которые где-то или слышали, что такое сетевой маркетинг, или все-таки хотят обрести профессию сетевика. И я прекрасно понимаю, что большинство из тех, кто сейчас сидит в этой комнате, это люди, у кого не получалось в режиме MLM заработать деньги. Я прекрасно понимаю, что большинство из вас обламывалось не раз. Знаете, я такой вот тренер, который предпочитает говорить как есть, не то, как вы. То есть я не подстраиваюсь под какие-то категории людей, кого нужно там зачесывать, какой-то начес.
я это так называю. То есть я говорю вот исходя из собственного видения и опыта. И поэтому, может быть, кому-то не очень интересно будет и приятно слушать, но, по крайней мере, это факт. По крайней мере, прошу прощения, сейчас отключу скайп. По крайней мере, это то, что, скажем, позволяет мне понимать и чувствовать рынок. И поэтому создавать огромную структуру. И может, я не претендую на высшую инстанцию, но что-то из того, что из того опыта, который у меня есть, наверняка вам будет полезно. И поэтому вы пропускаете то, что вам не нравится, и получаете те крупицы, скажем, полезности, которые, может быть, вы услышите в моей речи. Вот, поэтому я сегодня понимаю, что у большинства людей не получалось в сетевом маркетинге, потому что нелегко приглашать. Не имея бренда, не имея вот этой лидерской харизмы, не имея опыта какого-то определенного. То есть очень нелегко приглашать. И люди, и многие из вас начинали приглашать, и у вас не получалось, и у тех людей, кого вы пригласили, не получалось. В итоге, может быть, вам перестали верить или перестали за вами идти, или вам теперь говорят, что вот вы, ладно, ты уже меня приглашал, сколько можно, мы уже с тобой обломались, и я уже за тобой не хочу идти. Я думаю, вы меня понимаете. Да, тут много причин. И причина в том, что у нас повальная необразованность, и большинство людей не умеют отличить сетевой маркетинг от финансовых пирамид. Они не умеют отличить серьезные компании от хайпов. И поэтому бежали везде и туда, где только где-то кто-то показывал какие-то деньги. Потому что мы с вами живем в таких странах, в которых постоянно чувствуем дефицит этих самых денег. Поэтому многие получили опыт и пробежали через хайпы какие-то, финансовые пирамиды, и оставили там очень много денег. И получим такой, может быть, даже негативный опыт, но опыт не бывает негативным, он всегда подталкивает нас к чему-то. Но я имею в виду то, что там вами перестали идти. И поэтому я хочу вас успокоить, может быть, даже где-то, и где-то подбодрить. Потому что вот я ведь тоже это не первая компания, которая у нас с Николаем. У нас было несколько компаний. Мы везде, конечно, имели и успех, и результат. Но мы умеем отличить одно от другого. И когда я сейчас говорю, что, друзья, в компании Infinii вы сможете реабилитироваться, это непростые слова. Сегодня я могу только частично подтвердить, что это так, потому что еще не было старта, и официальный старт будет 15 января, и будет перевод полный на русский язык, и мы сможем уже все нюансы узнать, и торговли на площадке, и нюансы пропитаться маркетингом, да, хотя, мне кажется, мы уже разобрались, но, тем не менее, все равно до конца мы поймем, когда будет полный перевод на русский язык. Но уже то, что сегодня происходит, это уже дает право мне лично говорить вам о том, что, друзья, вы сможете реабилитироваться в этой компании, и если вы сейчас пока что боитесь кого-то приглашать, то я дам какие-то подсказки, которые помогут вам все-таки еще раз рискнуть и еще раз попробовать пригласить тех людей, которые, вы думаете, уже не пойдут на вас или за вами, но на самом деле вы ошибаетесь, они пойдут в этот проект, потому что проект Infinii, он способен помочь каждому партнеру реабилитироваться и в плане создания бизнеса, и в плане зарабатывания денег. И я опять повторюсь, Infinii – это не просто сетевой проект. Этот проект, он интересен и привлекателен для всех категорий людей. И для тех, кто готов работать только на себя, создавая рейтинг продавцов на Amazon, на eBay там, и так далее, на всех вот этих площадках, осваивая вот эти все нюансы электронной коммерции, людей, которые не хотят создавать сети. Потом, этот проект интересен для сетевиков, которые не хотят, например, влазить в дебри электронной коммерции и не хотят быть продавцами. Вот, например, я этого не скрываю, я не собираюсь становиться продавцом в нише электронной коммерции. Мне достаточно того, что есть площадки компании Infinii, которые позволят мне там практиковаться и получать какой-то опыт, какие-то знания. То есть я, например, не хочу становиться стандартным продавцом на Амазоне. То есть мне это не надо, это требует будет времени много.
я сетевик, и мне больше нравится развивать структуру и работать с продуктом самой компании. Понимаете? А сама компания нам с вами предоставит собственные площадки, и на которых торговать будет просто, и не нужны будут вот эти заумности и все эти нюансы, которые нужны для того, чтобы становиться продавцом, например, на Амазоне и на eBay. Но это мое мнение, это мой выбор. И я предпочитаю, ну, то есть я говорю, как есть. Но каждый человек решит для себя, что ему больше интересно. И так как вот у нас возможностей много в компании Infinii, будут люди разные. И не сетевики, и сетевики, и те люди, которые привыкли, скажем, получать доход с хайпов, с пирамид, то есть таких небольших проектов. И опять же, я не говорю это своей там критики, но многие там зарабатывают, я знаю, и ходят, и коллекционируют, у них много проектов. И для них это тоже будет интересно, потому что вход небольшой, 50, ну фактически $60, да, но сам идея вот этих выплат по маркетингу очень такая шикарная, и вот этот подъемный бонус, и выплаты отличного порядка, и рост по карьерной лестнице, он настолько интересен, что даже компания Infinii будет интересна для так называемых рифоводов, ну, то есть людей, которые привыкли большие массы людей заводить какие-то хайпы, получать там какие-то деньги, а потом вести этих людей в другие хайпы, там какие-то деньги, а потом дальше вести. Ну, то есть вы понимаете, да, есть такая концепция. И такие люди, и для таких людей будет интересен Infinii. То есть для большой категории людей будет это все интересно. Главное понять себя в этой ситуации, то есть и решить, что ты сам для себя выбираешь. То есть вот что тебе интересно, что ты решил получить от компании Infinii. Вот что для тебя компания Infinii? Кто-то скажет, для меня возможность научиться торговать на Амазоне, стать продавцом и работать на себя. Отлично, отлично. Человек говорит, меня не интересует сетевой маркетинг. Отлично. Тогда обучение будет на видеоформате в кабинете. Обучение от тех людей, которые проводят там по техническим вот этим всем направлениям. Будет делать Николай видеоролики технические тоже, как там по торговле именно, что касательно компании, то есть торговых площадок компании. Ну, то есть человек будет смотреть в это направление. Кто-то скажет, а мне интересно, вот я не собираюсь, я знаю такие люди, я не собираюсь заморачиваться ни Амазоном никаким, и не собираюсь там обучаться лидерству и харизме, меня устраивает свое там рифоводство. Вот я умею людей привлекать на такие вот недорогие, небольшие проекты, я это буду делать. И он тоже будет зарабатывать. Но придут и третья категория придет, это так называемые сетевики, которые увидят здесь возможность карьерного роста, больших денег в создании структуры, команды, в создании дубликации для команды. И так называемые сетевики, они понимают необходимость обучения, именно обучение вот этому сетевому мастерству, именно обучение, как рекрутировать, как потом этих людей обучать, как создавать дубликацию в командах, то есть как создавать именно вот, вот этот информационный поток, позволяющий команде получать на всю глубину информацию, получать инструменты, поддержку и так далее. То есть это чисто сетевой аспект. И будут люди, которым что-то из этого всего будет интересно. И мне лично, вот мне, как раз вот третья категория очень интересна. И я сегодня на 100% уверена, что только при условии желания овладеть мастерством сетевика вы сможете создать и лидерскую харизму, и стать вот так называемым лидером-сетевиком, и человеком, за которым пойдут люди. Для этого нужно очень большое напряжение. Но это напряжение, оно эквивалентно очень большим деньгам. И поэтому, если вам это интересно, вы можете посещать там мои вебинары и вебинары сетевиков, которые как раз этому будут обучать, потому что сегодня, вот на данный момент, у нас есть
две позиции, исходя из того всего, что я сказала, две позиции приглашения людей. То есть первая позиция – это позиция, когда вы уже имеете какую-то целевую аудиторию или свое племя. Я расскажу, что это такое. И вторая позиция – это когда вы еще новичок, и у вас нет своей целевой аудитории, и у вас нет своего племени. Что это такое? Свое племя и своя целевая аудитория. Это присуще уже людям с опытом, вот таким людям, как я. Людям, которые уже не первый год в интернете, у которых есть уже опыт построения больших команд, у которых уже есть бренд в соцсетях, у которых уже есть какие-то наработки по подписной базе. То есть вот таких вот людей, которые уже к этому относятся достаточно профессионально и достаточно давно. И, то есть, исходя вот для этой, то есть, исходя вот из этого, из этой позиции, я дам какие-то свои там наработки постепенно, потому что это, конечно, в один вебинар не вложишь, и нужно постепенно давать. Сегодня я немножко открою, расскажу, как вот хотя бы про соцсети там немножко. Потому что основная категория людей – это все равно новички. И вот этих знаний нет, и того всего, что я перечислила, нет, а его нужно создавать. И если вы хотите создавать структуру, вам нужно работать над созданием лидерской харизмы, над созданием бренда в соцсетях. И вот с этого я бы вам рекомендовала начать. Что такое бренд в соцсетях? И что такое племя? Знаете, вот у каждого из нас в соцсетях есть своя страничка. Если у кого-то нет, ее нужно завести. И вы, на этой страничке есть определенное количество друзей. И вот эти друзья, какая-то категория из этих друзей, они представляют ваше племя. То есть что это такое? Ну, это такое образное как бы название, которое отражает то, что вам одно и то же интересно. У вас какие-то приблизительно похожие взгляды на жизнь, на бизнес, на жизненные ценности, на какие-то хобби, интересы и так далее. То есть так вот формируется время. Я думаю, вы заметили, когда вы там вот помещаете какую-то в новостной линии какие-то материалы, какие-то ролики, какие-то посты, какие-то видео. Есть люди, которые лайкают, пишут комментарии, то есть резонируют на вашу информацию. И вот это как раз те люди, которые из вашего племени, так называемое сообщество или сообщество единомышленников, которым интересно то же, что и вам. Иначе они бы пропустили мимо ушей, мимо глаз то, что вы там печатаете. Так вот, это иногда создается спонтанно. Я же вам рекомендую это создавать намеренно и осознанно. Именно вот это племя. И это вам позволит не просто иметь единомышленников на подхвате, под рукой, скажем так, среди ваших друзей, но и прежде всего иметь людей, которые будут с удовольствием рассматривать все то, чем вы занимаетесь. И не потому, что вы им спамите. Боже упаси вам этим людям спамить. Даже если это умный спам. Это другая категория работы, методика, вернее, работы, умный спам. Я не говорю сейчас об умном спаме, я говорю именно о создании вот этого вот вашего племени, сообщества единомышленников в соцсетях. Вот берем конкретно. Вот я, например, люблю работать в Фейсбуке больше всего. Ну, еще работаю в ВКонтакте и в Одноклассниках. И в каждой из этих соцсетей своя категория людей. И такие вот неофиты и люди неопытные, они что делают? Они начинают добавлять людей в друзья и начинают им рассылать спам. Кто-то шлет грубый спам, и его могут забанить, кто-то шлет более умный спам. То есть умно шлет там, например, поздравляет человека с днем рождения или что-то ему там шлет, да, или с праздниками, с Новым годом, с Рождеством и шлет что-то. Или когда он добавляется в друзья, приветствует его в друзьях и тоже что-то шлет. Это вот из категории умного спама. Типа того, что я вас приветствую в друзьях, я рад очень вам, нашей дружбе, примите от меня вот в качестве подарка очень интересный коротенький видеоролик, может быть, вам это будет интересно. Ну, как-то вот так. И вот это вот такой, скажем, такой вот причесанный спам. Он не грубый, он не агрессивный, он не отталкивает, он как бы, вот вы поздравили человека с Новым годом, то в то же время ему так ненавязчиво подтолкнули его к тому, чтобы он просмотрел ваш ролик. Кто-то смотрит.
работает, кто-то нет, но это тоже работает, нужна большая статистика. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю именно вот о такой позиции, которая мне больше всего нравится, и она больше всего у меня работает. Но ее невозможно запустить немедленно. Вот. И она как бы создается на дальний прицел. Вот это вот создание племени на дальний прицел. То есть что я делаю обычно? То есть я делаю свою страничку очень живой и очень насыщенной. У меня постоянно я меняю фотографии, меняю посты. У меня в новостной ленте за день может быть до 10 новых постов, каких-то сообщений, каких-то личных наблюдений, каких-то выводов. Я меняю фотографии. Если я делаю какой-то перепост там чего-то, то я добавляю свой комментарий. Я помещаю то, что мне интересно, те песни, которые мне интересны, фильмы, которые мне интересны, какие-то видео там или фотографии. Фотографии, или там чьи-то статьи, или, ну, понимаете, то есть то, что интересно и резонирует мне. И те люди, которые у меня в друзьях, а я их постоянно посылаю запрос, каждый день посылала, сегодня у меня уже в всех соцсетях, не могу уже добавлять друзей, потому что везде уже друзей полная, ну, то есть допустимая норма. И я как бы уже много лет над этим работаю, и поэтому друзей много. И я не делаю вот этот агрессивный, грубый спам, не пристаю к людям, не рассылаю им в личку просто не такие портянки километровые, что вот посмотрите, это самое крутое, потому что то, что у вас оно фуфловое, типа, как многие мне шлют, а у меня крутое, понимаете? То есть вот не делайте так. Создайте яркую страницу, создайте, воссоздайте свою личность на страничке, покажите, что вы интересная личность, покажите, что вы многогранная личность. А вы же такая и есть личность. Мы все с вами очень разносторонние и многогранные, все. Просто нужно перенести свои вот эти вот личностные качества в соцсети. Раз уж мы решили создавать бизнес в соцсетях, друзья, будьте добры, перенесите свою личность в соцсети. Покажите вот то, что вы собой представляете. Не нужно ни под кого подстраиваться. Покажите себя, какой вы есть. И у вас обязательно найдется и притянется к вам ваше племя. Те люди, которые такие же, как и вы, и вам интересно тоже, что и вам. И пусть их будет 20 человек, 30, 50, 100 поначалу. Но им интересно. Они будут заходить к вам на страничку, потому что они уже увидели. Вы интересны. У вас интересная информация. За вами интересно наблюдать. У вас живая страница. Вы не плагиатите, а у вас очень много своих личных наблюдений. Вы не боитесь высказаться лично, вы не боитесь писать комментарии, вы не боитесь какие-то наблюдения свои высказывать. Только вот одно предостережение, вот одно услышьте меня. Никогда, если вы хотите использовать свои странички в соцсетях для того, чтобы создать вот это племя в будущем, которое вы используете для того, чтобы этих людей привлекать в команду к себе, в бизнес-команду, никогда не становитесь ярым политологом. Даже если у вас есть какие-то политические взгляды, даже если вы кого-то любите, а кого-то ненавидите, я вам советую. Не переносите на страничке соцсетей свою пьяную, например, любовь к Путину или ненависть к Путину, и пьяную любовь к Украине или ненависть к Украине, или к России, любовь и ненависть к России. То есть не делайте этого, не уподобляйте этой навязанной нам борьбе, политической борьбе. Ведь ей уподобляются люди, у которых очень низкий уровень сознания. Средства массовой информации навязывают нам это все. И мы начинаем друг с другом воевать. Так вот определитесь. Вы пришли в соцсети воевать и доказывать, Путин прав или он не прав, Украина права или она не права, Россия права или она не права. Вот определитесь, вы для этого в соцсеть ведете или для того, чтобы создавать бизнес. Вот просто определитесь. Я ни на чьи, то есть я никого не хочу обидеть, и ничьи политические убеждения и взгляды тоже не хочу обидеть. Я абсолютно аполитичный человек. И вы можете зайти ко мне в соцсети и увидеть это. То есть я никогда не участвую ни в чем этом, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Только к трате энергии,
и у вас вместо того, чтобы создавалось племя, создаются какие-то враги. Если вам не нравится человек, удалите его, но не вступ в какую полемику. Это моя рекомендация, а решать вам. Вы взрослые люди, решайте, для чего вам соцсети. Я вам предлагаю создавать соцсети для того, чтобы постепенно те люди, которые у вас, ваше племя, ваши друзья, они постепенно переходили вам в качестве партнеров. Поверьте, это работает. У меня это работает на 100%. И те люди, которые, они прямо мне пишут, Ольга, я за вами наблюдаю, мне очень интересно, что и как и где. И мне интересно, чем вы занимаетесь. И заметьте, те, кто у меня в друзьях, я сейчас еще ни слова нигде не пишу в соцсетях об Infinial. Я специально выдерживаю паузу, и люди и ждут, чем занимаются Лобановы, куда идут Лобановы. Те, кто смотрят там YouTube, конечно, они уже видят, но вот в соцсетях я еще ничего не писала. У меня своя стратегия, скажем, донесения информации через соцсети, поэтому я не спешу. Несмотря на это, в команде, в личной команде уже больше 1500 человек у нас, и это все растет очень быстро. Так вот, друзья, то есть... Если хотите использовать соцсети для того, чтобы к вам приходили люди в команду, не будьте рьяным политологом, не делайте этого. Будьте более мудрым человеком. Мы не знаем до конца, что происходит, тем более не ведитесь на вот эту навязанную борьбу, на вот этот сброс эмоций и так далее. То есть будьте, растите над этим всем. Вот. И людям это, то есть людям нравится ваше равновесие, людям нравится ваша открытость, людям нравится ваша мудрость, людям нравится ваша искренность и естественность, потому что это ценится. Понимаете, вот эта вот индивидуальность личностная, она всегда ценилась и будет цениться. И незаурядность, и искренность. Когда человек, читая ваши посты, наблюдая за вашей страничкой, он видит, что вы действительно незаурядная личность. И вы неуправляемый, вам нелегко управлять. Вас невозможно заставить втянуться в какой-то конфликт, там, какую-то беседу и так далее. Таких всегда уважают, таких ценят, к таким прислушиваются. Потому что ввязаться в борьбу любую легко, ввязываются дилетанты, ввязываются люди с слабым духовным и психологическим иммунитетом. А человек, у которого высокий иммунитет духовный, он не будет ввязываться в борьбу, не будет играть в пинг-понг. Он скажет, да, хорошо, пусть ты будешь правым, пусть ты, вы правы, но я ухожу с этой борьбы, то есть я не собираюсь поддерживать. Пусть вы будете правы, все, до свидания. Удалите человека, если он вам неприятен, и все, но не поддерживайте конфликт. И, знаете, вот у меня за годы сформировалось какое-то племя вот, в соцсетях. И оно вот в Фейсбуке, оно свое. Оно как бы больше ориентировано на бизнес. ВКонтакте оно немножко более молодое, скажем, можно так сказать, больше молодежи. Хотя разные категории у нас. Уже я не могу добавлять друзья, только подписчики. Поэтому если кто-то из вас... просился, и я перевела подписчики, извините, у меня лимит уже исчерпан. В Одноклассниках там вообще тусовщики такие, но и тем не менее в любой соцсети есть категория людей, кому будет очень интересен бизнес Infinial, очень интересен. Даже если эти люди обламывались, даже если у них не получалось, даже если они нигде у них не было толку, они смогут заинтересоваться Infinial, потому что это феномен. И я там читала, кто-то в чате писал, что не нужно близких приглашать и знакомых. То есть я категорически не согласна, но решать, конечно, вам. Первое, скажем, такое вот правило для сетевого маркетинга – дай информацию теплому рынку, теплому списку, тем, кого ты знаешь. И даже если эти люди уже, то есть вы уже с ними где-то пересекались и обламывались, все равно, только сделайте это так лояльно, спокойно, не напирайте. Начинайте всегда с вопросов, запомните, самый лучший способ подачи информации – это способ задавания вопросов. Задайте вопрос. Слушай, ты слышал что-то, привет там, Иван, а ты слышал что-то об электронной коммерции? Ты знаешь, что это такое? Пусть человек ответит. И если вы ничего не предлагаете, задайте вопрос, нейтральный, ненавязчивый.
Опять же, второй момент. Если вы не знаете, например, вам какой-то вопрос зададут в ответ, а вы не знаете, как на него ответить, опять старайтесь сформулировать опять вопрос. То есть самый лучший ответ на любой вопрос – это вновь сформулированный новый вопрос. И, например, вы, человек там, вы задали вопрос, слушай, ты слышал что-то о нише электронной коммерции? Человек вам в ответ, что уже, куда-то влип и хочешь мне что-то предложить? Например, такой, да, вопрос в ответ. Ваша задача ни в коем случае не отвечать на вопрос, ни в коем случае. То есть вообще, если не знаете, что ответить, не отвечайте, сформулируйте новый вопрос. Подумайте и сформулируйте новый вопрос. Ну, например, в данном случае. Ну, так скажи, ты слышал что-то? Просто мне тут показали, я как бы тут новичок, я ничего не слышал, ты-то слышал? Понимаете? То есть задайте опять вопрос. И пусть, то есть сделайте так, чтобы он хоть что-то ответил. Например, ты слышал о торговле, о возможности торговли на Амазоне? Или ты слышал о том, что люди торгуют на Амазоне и зарабатывают минимум $100 в день? То есть вот этот вопрос даже меня бы заинтересовал. Человека, понимаете, который уже очень трудно меня чем-то удивить. И зацепить меня очень трудно. Меня каждый день там цепляют. Многие ведь понимают и знают нас уже как лидеров с Николаем, MLM, и стараются зацепить. Так вот такой вопрос вот меня бы зацепил. Вот сетевика. А ты знаешь, что сегодня, торгуя на Амазоне, уделяя этому там час, два, три в день, можно зарабатывать от 100 долларов? Мне бы было интересно, потому что я понимаю, что такое Амазон. Я знаю, что на этой интернет-площадке происходят миллиардные обороты. Я думаю, что многие люди это знают. И вот приглашать начните с таких вот ненавязчивых вопросиков. Если человек вас послал, ну так идите, ничего страшного. Не надоедайте, не напирайте на него. Людей в интернете масса. Просто возьмите за правило себе каждый день несколько человек посылать запросы нескольким людям в интернете, в каждой соцсети. Немного, чтобы вас не забанили, понемножку, и так постепенно у вас появится большое количество людей. И даже если вам, то есть кто-то не ответил, кто-то ответил, сейчас вот есть возможность, скажем, пока еще предстарт, можно использовать и эту возможность. Сейчас предстарт, компания позволяет не даже не зарабатывать, не приглашая никого. То есть такое можно написать. Но вот как я делаю, я сейчас в личку уже не пишу. Я пишу просто, ну еще не начинала про Infinity, но обычно я пишу в новостной ленте. То есть я вот и пишу такие вот информационные как бы законы. Там вот новый, там, интересный проект, позволяющий научиться работать, как бы я писала, на Амазоне, и зарабатывать до 100 долларов и более, и свыше 100 долларов в день. Посмотрите коротенький ролик. Обычно я пишу, если коротенький ролик, то просмотр этого ролика заберет у вас там 10 минут. Или посмотрите коротенький ролик за 7 минут. Или посмотрите этот ролик там 15 минут. Я обычно... рядом с роликом акцентирую время, потому что люди не любят длинного ничего. И никогда не помещайте какие-то длинные ролики. Вот так заинтересуется, он уже и задаст вам вопрос. Вот тогда вы можете дать ему презентацию в записи или пригласить на презентацию. И обязательно сказать, что это у тебя займет там 40 минут или час для просмотра. То есть это правильно. Тогда люди понимают, что вы профессионал, и вы понимаете, что время дорого, и никто не хочет долго смотреть. Я обычно пишу, это заберет у тебя, просмотр заберет у тебя там 10 минут, но это настолько сегодня актуально и своевременно, что пройти мимо этого было бы глупо. Вот приблизительно какой-то такой комментарий. Такие вот в новостной ленте у меня начинают появляться вот такие вот посты. Я никому не навязываю ничего, я никому не пишу в личку ничего, я даже не использую умный спам там поздравлений. Николай использует, вот, он когда поздравляет человека в скайпе, и он об этом, кстати, у нас на канале есть вебинар, зайдите на канал в YouTube, посмотрите, там очень хорошее есть обучение, я думаю, полезное будет для вас, потому что он даже скрипты дает Николаю.
делать, там, какие-то, как он пишет, там, какие использует фразы и так далее. Потому что, ну, это работает. Это умный спам, поздравили человека с Рождеством, с Новым годом и что-то там прицепили. Или поздравили человека с днем рождения и что-то там прицепили. И смотрят. Не все, но смотрят. Но когда уже у вас есть своя, скажем, категория целевой аудитории, люди, которые уже знают вас с какой-то положительной стороны, не только с отрицательной, а с положительной. С отрицательной все мы, на каждого можно найти досье, это естественно, этого бояться не надо, все мы с вами люди, живые люди, ошибались, обламывались, все без исключения, и мы в том числе. Этого бояться не нужно. Кто-то будет вас ненавидеть, кто-то будет вас любить, кто-то будет вас уважать, но вот то ваше племя, о котором я говорю, они просто ради интереса кликнут и посмотрят. Потому что раз уж вы им интересно все, что вы выкладываете. Потому что если человека уважаешь за что-то, уважаешь и за его выбор. А чтобы нас уважали и мы были интересны, нужно сделать все, чтобы ваша страница привлекала. Поэтому люди кликают и смотрят. Знаете, кликнув на Infinii, вот на ролик Infinii. То есть я не знаю, какие вы используете, но я использую ролик моего мужа. Мне кажется, что лучше, чем Николай, не рассказывает никто. Вы уж меня извините, конечно, если я там чьи-то попираю интересы, но для меня мой муж – это наставник, прежде всего спонсор, лидер MLM, которого я очень сильно уважаю и учусь у него. И мне кажется, что он очень доступно объясняет, рассказывает и речи, там, и подача, и все, и понятно очень людям. И люди очень хорошо реагируют. Поэтому я всегда использую ролик Николая. И он сейчас будет делать очень много видеороликов и по площадкам, и по маркетингу, и по, ну, по всему абсолютно видеоуроки для команды он всегда делает, потому что это важно. Вот, и я вот такие ролики помещаю, и люди смотрят, и люди идут. И вот сейчас у меня только в скайпе в статусе этот ролик, ну и на ютюбе на канале. И у нас каждый день поток людей, которые смотрят нас в ютубе, его в ютубе смотрят и приходят. И сейчас начну еще это помещать в соцсетях, и начнут люди идти с соцсетей, потому что уже создана как бы площадка, понимаете, для интереса. И пока сейчас еще у нас времени вагон, люди не знают об Infinii, несмотря на то, что вам кажется, что все знают об Infinii, люди об Infinii не знают. Поверьте, людей каждый день в интернет входит огромное количество. Они не знают, что это такое. Предложите им рассмотреть это. Покажите им. Покажите это красиво, покажите ненавязчиво, покажите от души. И люди посмотрят. Посмотрев, мне кажется, очень трудно отказаться. Мне кажется, ну, я могу ошибаться, но мне кажется, очень тяжело отказаться, посмотрев те же ролики Николая или там чьи-то другие и так далее. Потому что это действительно тема невероятная. И уже исходя из того, какой интерес людей к Infinii, исходя из того, сколько людей проплачивается постоянно, ежедневно, это все показатель того, что мы с вами сделали правильный выбор. И сейчас идет захват рынка. И если мы его не захватим, ну, такое слово, в кавычках, кто-то у нас из-под носа уведет нас, наш рынок, рынок в соцсетях и так далее. Поэтому я вам советую все-таки пропитаться до конца идеей Infinii и начать позиционировать себя и создавать вот этот вот такое вот правильное позиционирование в соцсетях, потому что если у вас еще нет канала на YouTube, и вы боитесь записывать свои собственные ролики, видеоролики, вам нужно это делать у себя в соцсетях. То есть если вы боитесь ролики, просто пишите посты, напишите регулярно. Знаете, богом сетевого маркетинга является статистика. То есть вам нужно перевести количество в качество. А чтобы это сделать, нужно довести количество новостей на ваших страничках новостных, в ваших лентах, ну, в ваших соцсетях, YouTube, ой, Facebook, Одноклассники, Контакт, довести там до 10-15 новостей в день, это допустимая норма, она как бы ненавязчивая, и она будет привлекать людей. Но только внесите личностный аспект сюда.
Потому что спама вот такого, знаете, когда просто вот общие слова, за которыми сидит там какой-то Бермуд треугольникович, как вчера или позавчера было на презентации. Человек себя назвал Бермудом треугольниковичем, и на фотографии кот в очках, который сидит на, например, это вот, к примеру, сидит на куче денег. Ну вот как к такому человеку будет доверие, друзья? Вот я бы никогда не смотрела то, что находится в новостной ленте у Бермуда треугольниковича с фотографией кота в очках. То есть если вы хотите строить честный и открытый бизнес, вам нужно показывать себя, называть свое имя и не бояться быть открытым. Вот тогда можно говорить о создании бренда, о создании интереса к вашей личности. А если вы прячетесь за каким-то ником, если вы прячетесь за не своим именем, это рифоводство. Вот это как раз делают рифоводы. Они боятся себя называть, скорее всего, они уже себя дискредитировали и боятся себя называть, и они прячутся, ну, я не знаю. Да, на них, наверное, пойдут какие-то люди, но это не бренд, не харизма лидера, это нечто другое. Поэтому просто выбирайте сами, что вам по душе, и выстраивайте свое позиционирование свое в интернете. Но я опять повторюсь, что именно вот эта вот личностная харизма, она позволяет иметь самый большой урожай, самый серьезный урожай. И в данном случае в Infinii, потому что ничего подобного за 15 лет в MLM и за 8 лет в интернете мы не видели с Николаем. Вот такого вот мощного такого продукта в виде обучения и в виде обучения плюс инструменты, и при том не обязательно быть сетевиком, можно быть просто продавцом, то есть для всех категорий людей вот ничего подобного мы не видели. Более живого, более животрепещущего и интересного продукта на сегодняшний день в интернете нет. Поэтому используйте момент предстарта. Используйте период, когда сейчас идет захват рынка. Не сидите и не ждите. Хотя бы регистрируйте людей на бесплатную регистрацию и показывайте людям, что тебя же это ни к чему не обязывает. Стань в структуру, разберись, чтобы потом не пожалел, чтобы ты потом мне не сказал, почему же ты меня не позвал. Мне уже сегодня, друзья, мне сегодня пишут люди мои, люди знакомые, хорошие знакомые, говорят: Ольга, почему ты мне не дала в начале? Вот под тобой уже 1500 человек в одной ветке и 2500 человек в другой ветке. Теперь мне приходите, надо становиться в самый низ. Почему ты мне сразу не сказала? Уже люди обижаются на меня. Ну, я кому посчитала нужным, сказала. И за мной пошли люди. То есть некоторые говорят, там кто-то думает, что мы структуру перевели. Мы не перевели структуру, мы показали там 7 или 8 человекам, которые нам доверяют. И все, то есть мы не очень большому количеству людей вначале показали. И люди посмотрели и сказали, да, мы пойдем с вами в этот проект тоже. Потому что у нас еще есть проект. И потом Николай там уже начал приглашать в скайпе, и он тоже об этом рассказывает на обучении, на канале, на видео есть это обучение, как он это делает. Но факт тот, что как бы вначале вот, ну, пошли там несколько человек, а кто-то уже обижается. Поэтому вы так вот и относитесь к людям, так и говорите, что я тебе сейчас вот просто хочу дать, показать это, ты посмотри, чтобы ты потом на меня не обижался. Потому что уже у многих из вас есть структуры, и у многих из вас, вот таких там, как Паша мой Савирка, 18-летний партнер с Белоруссии, у него там уже 600-700 человек в команде. Понимаете, что это такое? Месяца еще бизнесу нет. И поэтому так и говорите, что вот, чтобы ты потом на меня не обижался, что ты станешь там где-то в глубине, я тебе предлагаю войти сразу, сразу войти, забить место, найдешь уже $10, если уж ты хочешь забить место и начать там приглашать. Ну, а если ты хочешь, чтобы и баллы под тобой не сгорели, регистрируйся на 50. У тебя, даже если ты никого пока не пригласишь, у тебя будут накапливаться баллы, потому что я работаю активно, я приглашаю людей. И люди, которые приходят ко мне, они проплачиваются. Поэтому если ты хочешь, чтобы эти баллы накапливались, проплатись. Ну, то есть вот давайте людям альтернативу, говорите честно, как есть. Если ты не хочешь строить структуру, можешь не проплачиваться пока. Просто забей место.
Жди открытия платформы 15 января, когда уже все будет полностью открыто. Жди, и тогда будет инструкция, алгоритм обучения на русском языке. Ты сможешь обучиться быстро торговать на Амазоне. Но если все-таки ты хочешь урвать от этого пирога, понимаете, пирога рынка, давайте уж будем честными, и ты хочешь структуру, которая тебе будет приносить пассивный доход, ну тогда проплачивайся, потому что под тобой и люди будут формироваться, и баллы будут накапливаться. Я сейчас открою чат, давайте вот вопросы по существу есть какие-то, я с удовольствием на них отвечу. Я думаю, что немножко я приоткрыла вам возможность как-то начать уже работать по приглашениям. Это так вот, самое-самое начало. Я буду более подробно рассказывать о работе в соцсетях и там, о том же умном спаме и о той же работе по созданию дубликации в команде со временем, постепенно. Понимаете, я просто не могу еще в полной мере начинать там обучение, потому что ну, как бы проект еще на предстарте. И мы еще пока что с вами находимся в режиме ожидания. В режиме ожидания. Ну, в любом случае, я благодарю, что вам, что вы те люди, которые готовы обучаться, потому что это очень жаль, что мало. Чего мало, Галина? А, мало рассказала всего. Ну, мне кажется, я очень много рассказала. Я боюсь перегрузить. Да, запись будет. Боюсь перегрузить. Я такой человек очень, видите, такой эмоциональный. Кто-то обижается за то, что я могу сильно так грузануть. Поэтому, извините, я очень стараюсь, чтобы не перегрузить. Лучше пусть я дам меньше, но вы потом еще постепенно будете осваивать какие-то. Да, спасибо и вам спасибо за то, что... Да, запись я делаю, сейчас запись закончится, то есть закрою запись, Николай обработает и выложит обязательно. Вы понимаете, вот мне кажется, что сейчас нужно больше всего обратить внимание на то, чтобы пропитаться проектом, пропитаться идеей, пропитаться информацией, проникнуться этим всем, до конца понять, что такое Infinial. Потому что у многих из-за того, что недостаточно информации, люди начинают сомневаться, начинают белениться, начинают кипиш устраивать в чатах, их колбасит, они боятся потерять деньги, они там еще что-то боятся. Поэтому, ну вот, чтобы этого не было, вот нужно пропитаться. Вот не спешите делать какие-то шаги, если вы сомневаетесь. Уверьтесь, разберитесь, до конца проникнитесь и маркетингом, и идеей, а потом уже начните, скажем, действовать. Вот я, например, для меня уже эта идея, то есть тема закрытая, пропитаться, то есть я вижу, что это такая ниша, это такой проект, друзья, что каждый из вас, у кого были обломы, он сможет в этом проекте реабилитироваться. Так. Как вы работаете с людьми, которые постоянно предлагают войти в их проект и упорно ничего слышать не хотят? Ну, вот это вот та категория людей, которые находятся в режиме зависимости, я так это называю, зависимости, мотивационной зависимости от их лидеров, от их спонсоров. То есть их очень хорошо на... держат и в информационном потоке в их проекте и говорят о том, что у них все самое крутое. И они как бы где-то даже боятся посмотреть. Человек, свободный человек, независимый от мотивации лидеров, он смотрит. Особенно если его не устраивает то, что он имеет в том проекте, он смотрит. А человек, который очень сильно зависимый от мотивации, вот этого, он боится посмотреть. Он боится посмотреть, и мне кажется, пока что особо не напирайте на них. Вы просто так им какой-то такой зацепите их чем-то, что вот ничего подобного там не было, и это феноменальное явление сегодня. Не хочешь не смотреть. Ну, мне кажется, ты потом пожалеешь, что тебе предлагали на предстарте. Ну, так, где-то можно зацепить человека. Ну, если он не посмотрит, ну, бог с ним, идите дальше.
Пусть не смотрят. Спокойно отпускайте людей. Они потом придут. Придут на ваши результаты. А они у вас все равно будут обязательно. Потому что, чтобы иметь результат по деньгам, достаточно всего лишь двоих пригласить. А думаю, двоих пригласить все равно можно, отрабатывая статистику. И проработав 100 человек, два у вас точно будет. А вы постепенно 100 человек проработаете, давая какое-то, приглашая на презентации, там, рассылая умный спам, или там, поздравляя с праздниками. То есть всего лишь статистика. Проработав 100 контактов, у вас два человека будет обязательно, это минимум. И у вас будет результат по вот этим подъемному бонусу этому. Вы потом покажете им результат. Ну и вы начнете в конце концов уже пробовать. То, что мы увидели вчера с этой площадкой, мы, если честно, были в шоке с Николаем. То есть там, на самой площадке, друзья, можно офигительные деньги зарабатывать. Вкладывая копейки. Ну я не буду бежать впереди паровоза, мы это еще все проверим, все запишем, все покажем, но то, что мы увидим вообще, и не нужна никакие заморочки на большие там, на Амазоне будут единицы торговать, друзья, потому что это дело не столько трудное, как сколько щепетильное, и оно привязывает очень человека к интернету. А у нас есть простые действия, у нас есть своя площадка, и скоро будет еще одна, и находясь в рамках проекта NTNI, можно легко зарабатывать несколько сот долларов в месяц, как минимум. И вы им это покажете. И после их пирамидок и хайпов они будут очень сильно удивлены. Ну, это замечательно, что нашел. Да, многие находились... И многие предлагали, и вот многие сейчас мне дают, и это так и есть, что я нашел то, что искал. Друзья, для многих Infinity это как раз вот будет именно тем проектом, который мы долго и упорно с вами, друзья, искали и ждали. Так, по поводу бонуса 900, если я приглашу 3 человека, мне не дадут бонус. Если вы и ваши 3 человека будут сохранять активность ежемесячную, дадут, вы месячно получаете выплаты по бонусу, дадут. Если вы проплатились в месяц и 2 человека под вами, вот умножаете 100 баллов под вами, умножаете на 1,5 коэффициент, 150 долларов вы в месяц получите, пригласив двоих. Вот. Если они будут сохранять активность на следующий месяц, еще получите. Кого в левую ветку? Так, сейчас скажу. Так, значит, как зацепить сетевика? Ну, опять же, вы должны понимать, что если вы хотите зацепить сетевика, нет, сетевик не ваша весовая категория, в кавычках, то есть по весовой категории он, скажем так, круче вас, да, вот лидер какой-то, например, то цеплять этого сетевика должен ваш спонсор. Вот правильно делать, вот как я учу свою команду, вам, ну, то есть нужно сделать грамотную трешку со спонсором, то есть привести навстречу к спонсору. И в данном случае вам нужно даже оговорить с вашим спонсором, вышестоящим, на этот разговор. Если этот сетевик серьезный, я советую добавиться к вашему вышестоящему спонсору и оговорить вот эту ситуацию. Если этот спонсор я, то ко мне или к Николаю. То есть сказать, что это, там, что это за сетевик, чем он занимается, где он, какой он. Ну, то есть, чтобы понять, как сформулировать приглашение на встречу со спонсором. То есть никогда не идите на человека, если он не вашей весовой категории. Он не пойдет за вами, то есть не то, что не пойдет за вами, не услышит вас. А вот вашего спонсора вместе с вами, когда вы сделаете ему конференцию, трешку так называемую, добавите его и вашего спонсора, вот тогда он услышит, то есть если будет лидер доносить информацию. Вот образом. Но не посылайте просто человека куда-то, ну, то есть на кого-то. Я вам советую присутствовать лично при разговоре обязательно.
Нет, не грипп. У меня немножко аллергия. И я с утра, поэтому я и не включаю сейчас. У меня такая... Сейчас у нас морозы большие, сидим в доме, поэтому немножко аллергия. Так. Спасибо большое, Шалику. Спасибо. Так, как советуете строить команду? Значит, как мы советуем строить команду? Во-первых, я вам очень советую, найдите в YouTube ролик Николая про бинарный маркетинг. У него есть очень хороший ролик. Он рассказывает, как создавать, как строить бинарный, то есть в бинаре выстраивать структуру. Он очень грамотно, очень понятно рассказывает. Найдите этот ролик, внимательно посмотрите. Я советую в слабую, ой, вернее, в спонсорскую ногу. У вас есть две ноги, спонсорская и внутренняя ваша. Ну, во-первых, я советую заходить на золотой треугольник обязательно, потому что эти вот первые два места под вами, они будут очень шоколадные, очень жирные. Это очень выгодные места. Я вам советую их обязательно зайти и забить вот эти треугольник этот. Тот, кто был в бинаре, тот знает, что это такое. Кто не был, посмотрите ролик Николая. И у вас есть одна нога спонсорская, вы выясните у вашего спонсора, какая вы нога ваша спонсорская. И советую в спонсорскую ногу ставить более слабых людей, вот на ваш взгляд, а внутреннюю ногу ставить более сильных людей. Вот так вот я рекомендую. Так, если я у вас третья линия, могу обращаться. Да, конечно. Вот. Любая линия, если вы в нашей команде, в личной команде, в личной, то есть, то есть в личной команде имеется, в личной, не в бинаре, а в личной команде. Любая линия, вы можете обращаться. Если вы в нашей спонсорской ноге и по переливу к нам пришли, то тогда я, ну, то есть пока я физическим ресурсом таким не имею такого, чтобы помогать всем, понимаете, тысячи людей. Но тем людям, которые пришли лично в нашу команду, да, мы обязаны помогать, и мы будем помогать. Ну, это на канале... Там есть ролик. Николай Лобанов, бинарный маркетинг план. Вот так вот. Внесите в YouTube, вы найдете. Николай Лобанов, как строить бинарный маркетинг. Так. Если подо мной спонсор поставил. Ничего, что подставил. Ставьте, пока не поздно. Еще ставьте два места. Забивайте еще два места. Пусть эти два места будут чуть глубже, ниже от вас. Но чем раньше, тем лучше вы забьете. Это все равно будет ваше место. Идеально, конечно, сразу на три места входить. Но если вы уже прозевали эту возможность, забейте хоть когда получается. Сейчас еще раз подпишите детей своих. То есть не себя, а подпишите родственников, детей, там мужей, жен, кого угодно. Какая основная фишка в этой компании по сетевому, чем зацепить людей? Ой, тут невероятные деньги, тут очень денежный маркетинг. Я не видела более денежного маркетинга, друзья. Чтобы в сочетании с продуктом, тут сумасшедший маркетинг. Для сетевика фишка такая. Любой сетевик может за месяц получить премию 20 тысяч долларов. Любой. Нормальный, средней руки сетевик, даже не лидер. Средней руки сетевик, 20 тысяч долларов. То есть сделать директора за месяц легко. Вот это я вам серьезно говорю и очень, скажем, вот так ответственно. То есть мы не сделали за первый месяц только потому, что вот не было, то есть мы еще долго не могли понять маркетинг, ни мы, ни спонсоры, нам перевода не было, и мы как бы немножко прозевали в том плане, что мы не перешли на 150 на пакет и стояли долго на 50. Понимаете? А тут вот, если вы намерены серьезно работать, я вам сразу рекомендую, сразу проплачивайтесь на 150. Потому что вы потеряете вот эту вот возможность, мы потеряли там и деньги немножко, то есть из-за того, что стояли на пакете 50, а там ведь переход, посмотрите по маркетингу, там на менеджера, на регионального менеджера и так далее, там надо быть на пакете 150. А вы не перешли, потому что, ну, тормозили, ну, не видели этого мы еще, ну, начало было всего. Поэтому, если вы намерены серьезно работать, сразу заходите как минимум на 150 и начинайте молотить. Правильно молотить, приглашать, включайте спонсора, чтобы он вам помогал обязательно.
стучитесь к нему, доставайте им его, он будет помогать, и вы быстро выстроите структуру. И поэтому тут так, вход 150, за месяц 100% директор, любой сетевик станет директором, он получит премию 20 тысяч долларов, и по пути, пока дойдет до директора, 1010 получит минимум. Вот и смотрите, за месяц возможность заработать 30-ку. Покажите мне проект Infinii вне конкуренции, поверьте мне, как сетевику. E-mail нет, в треугольнике все должно быть разное. Чтобы не рисковать, все разное. В чем заключается помощь спонсорам? Сразу есть смысл заходить на 150, Дэн. Если вы готовы серьезно работать, есть смысл. Вот меня Николай ругает, что я это говорю, а я считаю, что если вы сетевик, и вы готовы пригласить, то есть строить структуру, пришли не торговать, вот разобраться с торговлей, а все-таки структуру строить, есть, я считаю, есть. Поймите, ваши люди будут заходить на ту сумму, на которую зашли вы. И будет расти структура очень быстро. Накапливаются баллы очень быстро. И поэтому, если вы намерены сделать директора за месяц, вот вы чувствуете, что вы это можете, у вас толковый спонсор, который готов вам помогать, есть смысл. Ну, 10 – это вообще ни о чем. 10 – это вы забили место для того, чтобы приглашать людей. Это вообще ни о чем еще. То есть я вас не подталкиваю, поймите меня правильно, чтобы вы потом меня не обвиняли, что Лобанова сказала проплачиваться на 150. На 150 есть смысл проплачиваться тогда, когда вы осознанно пришли строить структуру. И вы понимаете, что когда вы придете на 150, ваши люди тоже будут заходить, у вас есть кого пригласить, у вас есть спонсор, который вам помогает, и вы готовы за месяц выполнить квалификацию директора. Вот тогда есть смысл. То есть это осознанный подход к построению структуры. Там еще вот был, в чем заключается помощь спонсора. Трешки. Трешки. Самая большая помощь спонсора – это только трешки. Ну, спонсор презентации проводит, общее обучение – это понятно, да, и трешки. То есть только индивидуальная подача информации. Ничего нет более эффективного, чем трешки. Это трехсторонний звонок, да? Когда вы в скайпе добавляете своего человека и добавляете спонсора. Поверьте, ничего более эффективного я не знаю в сетевом маркетинге и в интернет-маркетинге. То есть только этот инструмент трешки позволяет мне в любой компании, нам с Николаем, создавать мощные товарообороты и при том сразу. Ну, друзья, опять же, я уже объяснила про 150. Смотря какие у вас намерения. Если вы хотите еще присмотреться, разобраться, научиться, дождаться старта, конечно, заходите на 50. Если вы заходите как сетевик, который понял идею, который понимает, что тут нужно молотить днем и ночью, вот как мы, который понимает идею MLM, составляющей компании Infinii, именно идею MLM составляющей. Есть смысл заходить на 150 и работать в этом направлении со своими приглашенными людьми. Опять повторю, это не означает, что я вас всех призываю переходить и проплачивать 150. Это должен быть осознанный выбор ваш, ответственный ваш выбор, если вы готовы сделать результат. Вот мы с Николаем зашли, мы готовы сделать результат. И мы не сделали директора первый месяц вот этот, только потому что многого не поняли. Но сейчас, мы уже перешли на 150, и за декабрь, за январь мы сделаем директора, и он, и я, легко. То есть тут нечего делать директора. То есть я ничего подобного не видела раньше. Зашла на 50 и хочу на 150, апгрейд можно ли 10 опять платить? Каждый месяц, друзья, это делается, если вы на 60 сейчас оплачено, у вас 60, 10 плюс 50, вы делаете апгрейд, вы доплачиваете 100 долларов, и все, у вас уже пакет 50. Кстати, там больше всего открывается, интересно так посмотреть, и продуктов больше, ну и всего там больше. Но это ежемесячно, это не один раз, это ежемесячно. Это ежемесячно, ну тут такие деньги заложены. Что даже страшно озвучивать эти цифры. Очень денежный маркетинг.
Муж говорил, ничего покупать не надо на видео, которое мне дал спонсор. Говорит, что на спринт нужно. Ну, я не думаю, чтобы мой муж говорил, что ничего покупать нельзя. Может, это он говорил вот там в самом начале, когда мы еще сами этого не очень понимали. Если, а сейчас он этого не говорит. Поэтому внимательно слушайте его презентации, как это ничего не покупать. Нужно вкладывать деньги в спринтборд обязательно. Ежемесячно, ежемесячно вы оплачиваете 10 плюс 50, или 10 плюс 150, или 10 плюс 400. Ежемесячно вы оплачиваете лицензию. И это не только вы, любой партнер. Это и есть повторное потребление, если хотите. Ваши деньги на этом повторном потреблении. При этом вы еще можете провернуть любые свои 100-200 долларов на спринтборде трехкратно, пятикратно, а иногда даже десятикратно. Тут очень большие деньги и на спринтборде. То есть ваша лицензия вам окупится с лихвой, если вы кроме 150 долларов еще 150 купите кредиты, вложите в кредиты и выставите, зарезервируете товар на спринтборде и выставите этот товар. Вы сможете окупить и лицензию, и вложенные деньги. Все сможете окупить. Может, пусть не сразу, там, не первый день. Но за месяц, я думаю, все сможете окупить. Не обязательно регистрироваться на Амазоне. Не обязательно. Это если вы хотите там торговлей заниматься. Если вы хотите торговать на Амазоне, если вы хотите торговать на eBay, регистрируйтесь. Если вы хотите использовать только площадки компании, наверное, не обязательно. То есть я думаю, не обязательно. Но я могу ошибаться. Пока что как бы не было, мы же не переходили еще на пакет 400, я не знаю, что там. Но на пакете 150 я вижу, что достаточно спринтборда. Достаточно, и достаточно даже зарабатывать на спринтборде, и достаточно хорошо зарабатывать. Но чтобы больше зарабатывать, можно регистрироваться на Амазоне, потому что если вы намерены освоить нишу электронной коммерции, то вам нужно регистрироваться на Амазоне, на eBay, тем более там испытательный срок 3 месяца, и вам нужно себя зарекомендовать как продавец высокого рейтинга, и нужно это время, эти 90 дней, так сказать, там пробыть, проторговать, какие-то действия провыполнять. Я говорила о том, если вам интересна торговля. Тогда да. Еще вопросы? Для того, чтобы торговать, нужно еще заводить деньги и сколько? Если это делает. Да, компания сама это делает, там нужно заводить деньги обязательно. Когда вы решите что-то купить, и вы нажимаете, у вас там открывается купить кредиты. Есть три пакета кредитов. 15 кредитов, 75 кредитов и 150 кредитов. Один кредит равен 1 доллару. Вы это покупаете, вы это все покупаете. У вас есть в распоряжении эти кредиты, и вы уже покупаете товар на спринтборде, исходя из этих кредитов. Ну, там алгоритм очень, там несложно все. Я видела вчера, как Николай делал, очень несложно. Он напишет видео, он все запишет, и вы будете видеть все подробненько, куда и как кликать, чтобы купить этот товар, зарезервировать и выставить. Компания его сама будет реализовывать. А мы получим тогда. То есть там есть возможность кликать кнопочка там на спринтборде, пусть компания продает или сами будете продавать. То есть там весь алгоритм вам все покажет. Не спешите. Вот просто не спешите, не гоните лошадей. Или разбирайтесь, если можете сами, или ждите уже инструкций. Вот, но потом то есть кредиты покупать надо, деньги вкладывать надо. Потом уже, когда вы будете торговать на Амазоне и eBay, насколько я поняла, вот там деньги можно не вкладывать. Вы, например, берете на eBay какой-то товар и выставляете его на Амазоне или наоборот, там, например. Или еще где-то берете товар и выставляете там, и будете иметь разницу. Поэтому там другой алгоритм совсем торговли, и там не нужно будет вкладывать свои собственные деньги.
есть уже ролики Вана, есть ролик, еще какие-то ролики, все есть на YouTube. Все есть, друзья, на YouTube. Заходите на YouTube и пишите вопрос, который вас интересует, который вы сейчас пишете, пишите в YouTube, и вы найдете ролики. Смотрите, разбирайте. Потому что я сразу скажу, я технически я не делаю ничего. Все техническая сторона – это Николай. Поэтому я не регистрирую, не резервирую. И я, то есть это не моя епархия, я в этом не разбираюсь. Поэтому я вам и подсказать не могу. Я просто могу вас послать в хорошем смысле на YouTube. Так, давайте заканчивать, потому что уже время, смотрите, сколько мы, я вас задержала, прошу прощения. Я надеюсь, что мой вебинар был для вас полезным. Если это так, дайте обратную связь. Я благодарна, что вы готовы обучаться, что вы являетесь партнерами такой замечательной компании. Будем двигаться, будем вместе учиться, развиваться. Я думаю, что у нас с вами шикарное будущее. Всем огромное спасибо. Вебинар будет обработан. И вы получите запись. С вами была Ольга Лобанова. До новых встреч. Пока-пока.